Сотрудники УФМС провели очередную проверку и не безрезультатно. На этот раз нелегальные рабочие выявлены на одном из хлебокомбинатов областного центра. На территории предприятия трудились три иностранца. Граждане Узбекистана занимались разгрузочно-погрузочными работами и расфасовкой муки. При этом они не имели разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности. Также у иностранцев отсутствовали медицинские книжки. Никто не поинтересовался состоянием их здоровья. Гастарбайтеры привлечены к административной ответственности. Проводится расследование, кто нанял иностранцев на работу нелегально.